Всем здравствуйте! Я врач-стоматолог-терапевт с 26-летним стажем. Зовут меня Сидорова Наталья, я из города Мытищ. Всю жизнь свою профессиональную занималась терапией. Очень люблю эндодонтию, пародонтологию, реставрации. Но на каком-то этапе своего профессионального пути я вдруг поняла, что мне очень мало того объема знаний и того видения клинической ситуации в полости рта, которые я за эти годы накопила. И я поняла, что я дальше хочу развиваться не внутрь, ну, скажем так, в микроскоп, в зуб, а более широко, комплексно. И я поняла, что у нас в стоматологии это гнатология. То есть та наука, которая изучает височно-нижнечелюстный сустав, окклюзионные взаимоотношения, та наука, которая позволяет комплексно взглянуть на полость рта, на всю, на челюсть верхнюю, на нижнюю челюсть и разрабатывать грамотные, комплексные, высокопрофессиональные подходы в лечении различных патологий, как то касающихся проявлений патологии височно-нижнечелюстного сустава, так и патологии прикуса. И долго бороздя просторы интернета, я набирая курсы по гнатологии, их, нужно сказать, не очень много, подходы гнатологии различные есть, я увидела курсы в Мегастоме. Я всегда очень уважала и любила клинику Мегастом, и увидев курсы Шестопалова Игоря Сергея Ивановича, я поняла, что я почувствовала, что вот я хочу именно к нему на курсы, потому что курс назывался у него «Азы практической гнатологии», и те темы, которые были заявлены в этом курсе, они мне очень были близки. И я хочу сказать, что вот мы сегодня посетили этот курс, у меня очень, я даже не могу сказать, вот у меня ощущение, что я поднялась на другую ступеньку, на более высокую ступеньку в профессиональном видении своей специальности. И это благодаря Сергею Ивановичу. Настолько доступно, понятно, при этом профессионально, очень грамотным языком были освещены те темы, которые заявлены в этой лекции, что я сейчас вот понимаю, что я очень хочу прийти на следующий его семинар. Вот именно из-за не мудрёности каких-то научных терминов, фраз, а именно из-за того, что человек, проработав много лет и занимаясь многие годы гнатологией, он уже этот свой практический опыт саккумулировал и может его передать вот нам, врачам. Поэтому не только ортопедам, не только ортодонтам такой курс интересен, и я бы его рекомендовала, но и врачам-терапевтам нам, которые всю жизнь думают, что только есть каналы, что только есть зубные ряды, парадонт с его патологиями, и на этом все. Но на самом деле вот такие курсы, они позволяют все-таки больше почувствовать себя именно врачами-стоматологами, а не зубными врачами, как, к сожалению, некоторые пациенты называют нас. И для меня это очень важно, потому что в свое время я закончила Первый Ленинградский медицинский институт имени Павлова, стоматологический факультет. И вот это вот всегда ощущение себя врачом, оно меня заставляло учиться и совершенствоваться из года в год по различным вот, терапевтическим направлениям. И вот то, что сейчас это гнатология, и то, что вот после такого курса у такого доктора, такого профессионала, это желание не ослабло, а только усилилось, и я только утвердилась в том, что да, не нужно ничего бояться, нужно все время идти. Пусть это, как Сергей Иванович сегодня сказал, что пусть это последняя дверь последнего вагона уходящего поезда, но самое главное, что ты в него сел. Поэтому я вам всем рекомендую не бояться развиваться и не бояться посещать вот такие курсы. А к Сергею Ивановичу очень хочется еще прийти. Спасибо.